диффузор вентилятора охлаждения на Mazda 6 в кузове GH. Такой вот диффузор вентилятора охлаждения есть у меня в наличии. Здесь маркировка Mazda стоит, он эмблема. Здесь он L517 написано. Так, такой вот основной радиатор есть у меня в наличии. Здесь, посмотрите, с вентилятора выходит 4 провода отсюда. Отсюда 4 провода выходят, и здесь она штекеры, да, 4 контакта. Здесь то же самое, 4 провода выходят. Здесь также 4 контакта, 4-контактного. Вот такой вот диффузор у меня есть в наличии, привезенный мной из Эмиратов, с Дубая. Так, я сейчас его переверну. Вот, в общем, в таком состоянии вентиляторы вместе с диффузором на Mazda 6 в кузове GH есть у меня в наличии.